Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новенькие приключения Джимми Хуёпкинса. Мы продолжаем проходить игрушку под названием Булли, и, в общем-то, друзья, последние новости. Джимми выгнали из школы, то есть занятия его сняли. Ну, как бы, из школы вроде как бы не выгнали, но, как бы, занятия посещать нам запрещено. Соответственно, друзья, мы выполняем просто миссии. Блять, обидно, а там ведь было еще много чего не пройденного. Та же грамматика, да, я там два урока в итоге так и прошел. Ну да ладно. Короче, друзья, продолжаем продуктивно, это 27-я, если не ошибаюсь, серия. И мне кажется, что вот-вот уже нас ждет конец. Возможно, даже сегодня, но это не точно. Ну чё, пацаны, полный беспредел? А прикиньте, это и есть как раз... Стоп. Ты, блин, что ты делаешь? Ищу тебя, Зоя, кажется, влюблен. Не выпендривайся, слышал? Что, слышал, моя любовь? В школе вспыхнула массовая побоище. Все банды и тусовки бьются друг с другом. Что? Ага. Ё-моё, мне пора. И что мне с этим делать? Мне понадобится мощная подмога. Где Рассел? Где твой дружок, Эдгар? Рассел залёг на бойне чудо-мясо, прячется от копов. Он боится угодить тюрягу за кражу твоего байка. Рассел. Ух ты, ладно, увидимся позже. Так что насчет любви? Подожди, Зои, долг зовет. Так, подождите, ребят, по-моему, как раз-таки, судя по названию, потому что вы писали в комментариях, это и есть последняя миссия, бля. Получить доступ к мясному заведению. Я так предполагаю, что она будет как раз-таки долгой, так что все нормально, ребят. Неужели я рассчитал случайным образом так, что действительно нас ждет с вами сегодня полностью концовка? Ё-моё, мне даже не верится, если честно. Это было как-то... а вот и мусора тут у нас. Ой, ребят, чувствую какой-то замес. Ладно, будем стараться. Спаси Рассела за воду чудо... Серьезно, блядь? То есть мне прям туда идти? Или... Подождите. Ну да. Подождите, может здесь есть проход? Просто я не хочу к мусорам идти. Здесь никак не перепрыгнуть случайным образом. Да, понятно, блядь. Не, я на всякий случай просто чекну. Просто как-то там мусора не очень... Ладно, хорошо. Тогда, друзья, берем полный разгон. И придется сейчас как-то действовать максимально... Максимально быстро, блять. Ну, чувствую, меня они сейчас повяжут. Да-да-да, здрасте, и до свидания, мусора, до свидания. Бля, ебать их тут сколько, ё-моё. Так, подождите, мне нельзя торма... Что? Куда дальше-то? Ебать, он... А, внутри, что ли? Серьезно? А, то есть ему пофиг, он меня заметил как бы, но забил хуй. Так. Ха-ха, реально, бля... Джимми, вот ты где! Я знаю, что делать, я весь провонял мясом! Вообще, я не знаю, что делать. Тихо. Ты куда по... Куда ты... Ты серьезно, блядь? Блядь, ну серьезно. Ебать, он бегает, а? То есть он и толстый, и такой боевой парниша, еще и бегает, как не знаю кто. Мне кажется, ли он сейчас просто протаранит копускую та... Чеку. Блядь... Блять, пожалуйста, беги. Ебать, он хуячит. Вот смотрите, просто я его еле догоняю на. Тихо, мусора. А, все, они забили, они просто встали. Заебись. Нормальная идея. Что? Я понял, блядь. Нормальная тактика, блядь. Спасибо, Джимми. Пошли, надо скорее добраться до школы. Там такая заварушка начинается. И на чем мы поедем до школы? О-о-о. Да. Джимми, это твоя территория, что за хрень тут творится? Ты с ума посходили? Да, это мой старый друг Гэри, он причина всех проблем. Пацан натуральный псих, а теперь на его стороне преподы и старосты. И чё? Мы прибежали сюда, чтобы установить драку. И найти способ разобраться с Гэри. Ладно, один вопросик тогда. Как ты собираешься стоить толпу детей от выбивания дерьма друг из друга? Это Америка. Угрозами подкупа мы добиваемся своего. Если вариантов нет, мы выбиваем дерьмо из всех сразу. Вот почему я с подмогой. Да, Рассел любит бить людей. За мир! О, крутяк! Отличный план. Так, ну и чё? Ой, попахивает, ребят, сейчас. Чёрт, заперто. Не парься, Рассел тут разберется. Блядь, какой же он... Не понял. Это типа больно. Эдгар, мы должны разобраться с лидерами группировок. Без них Гэри ничто. Ничто. Подпиши территорию школы, найди лидеров группировок. Ёбаный насос, что за... Ебать тут за месики, а? Так, ладно, погнали. Главное, чтобы Рассела не отпиздили. За ним тоже надо следить. Так, я поеду сначала, наверное, да. Давайте туда, в самую дальнюю. Ебать тут что происходит? Вот так вот, друзья. Хуёпкинс пытался сделать, чтобы все было хорошо, а в итоге получилось все как всегда, блядь. Так, давай, Хуёпкинс, будем спасать эту школу. Так. Здрасте. Ну чё, мирно договоримся как-то, нет? О, понятно, блядь.
блядь. Эрнест, ботан хренов, ты о чем думал? Не понял, Лёх, тебе не понять. У Гэри есть план, клёвый план. Идиот, планы Гэри сплошное фуфло, уж я-то знаю. Не поймись, моими мозгами его беспринципность у нас ничего не остановит. Как хочешь, я вас обоих остановлю. Блядь, серьезно? Я, кажется, понял, в чем дело. Мы должны всех усмирить. Давай, Рассел, пиздошь этих ботанчиков. Давай, давай, давай. Подожди, подожди, у меня тут есть кое-что по... Не, я так... Ух ты, блядь, Рассел, поаккуратнее, пожалуйста. Ладно, давай так. Что-то он как-то мало дамажит. Давай, бей очкарика, блядь. Сказал очкарик. Картофель. А, кстати, где моя самая пиздатая пушка? Вот это охуеть, на самом деле. Ебашит хуйня. Рассел, аккуратно, пожалуйста. Так, где у нас кто еще? Погнали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, могут отпиздить, могут задеть. Рассел, беги за мной. Блять. 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 Полный пиздец какой-то. Полный, блять, пиздец. Куда, куда, куда? А. Что? А. Что? А. Что? А. Что? 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 А. Что тут горит, блять, я не понимаю. Забраться, спуститься? Куда забраться-то, блядь? А оно того стоит, блядь? Нахуя забираться-то? Я ж пройду там куда-то, нет? Блядь, нахуя я это делаю? Никто не знает, ребят. Спрыгивай, блядь. Хуёпкин, спрыгивай, пожалуйста. И чё? Тут закры... И нахуя я сюда пробрался, блядь? Так, подождите, я что-то не врубаюсь, блядь. Как сюда попасть? Тут же закрыта дверь, нет? А, открыто, блять, вот я дебил ебаный. Пиздец, ладно, как всегда в своем репертуаре. Эй, Дербик, тебе тут кое-какой-то тип. О, это Бат Банди. Спокойно, пацаны, я с ним разберусь сейчас. Ты меня утомил, Дербик. Давай уже к делу. Блять, ебаный насос. Так, подожди-ка, подожди, подожди, братан. Сейчас я возьму в руки кулак и преподнесу тебе пару приемчиков, которым... Нихуя себе ты, блять. Ебать. Не понял, блять. Так, я понял, все, вопрос исчерпан. Бля, ебать, это картошка ебаш. Блять, Рассел, помоги, пожалуйста, ебаный насос. Ух, ебать, уеба. Давай, давай, бей. Они всегда нападали, блядь, не поодиночке, поэтому ебашь его. Я пока энергетику тут сожру, блядь. Рассел не задевает же эту хуйня? Все, да ебашь его, блядь. Сука, в красном, блядь, костюмчике. Давай-ка, о! О! Вот так вот, нахуй, в твоем же особняке тебя за ушко подергали. Все, давай, Рассел. Ну, что ты, блядь, будешь? Все, обыщи территорию, да, сейчас все будет. Пацаны, это реально финал. Как я так. Я не специально, вы сами понимаете. Ебать, я рассчитал. Ну это я прям как я люблю. Так, погнали, погнали. Главное, чтобы здесь никто не отпиздил меня. Так, Рассел бежит. Давайте справа, наверное, туда. Так. Главное, чтобы никто не задел. Яйцами тут кидаются, блять. В меня причем еще целятся специально. Блять. Библиотека, я понял. Так. Тихо. Я не хочу ни с кем пиздиться, все нормально. А-а-а, это жесть. Тед, мне нужна поп. Пошел вон, Джимми, это никчемное дерьмо. Ты просто напрашиваешься. Бля, бита, сука. Биту положь, нахуй. Бля, пизда им, короче. Давай, Джимми, фотиком еба... Да не, возьми. С двух сторон, Рассел, помоги, блядь! Уебашут меня сейчас! На тебе яйцом, сука. Бля, ну все, пизда. Биту бери, Джимми, бери биту. Блядь, ну ладно, давай этого помогу. Не, сзади! Ебашь его битой, нахуй! Давай, на, нахуй! Бля, Рассел нихуя не дамажит, пиздец. Его только дамажат, по-моему. На, по яйцам, блядь, по жопе тебе. Ну иди сюда, сука, иди сюда. Дай-ка его, дай сюда мне его. Дай мне его. Дай мне его, блядь. Да дай ты, блядь, возьми уже его. Возьми, захватом, захват. Ладно, похуй, короче, давайте ему сандалем в жопу, на петарду, блядь. Так, заебись. Все, погнали, ебать тут замес, я его. А где директор вообще? Ну похуй, да, все. Погнали, последний остался. Пиздец, полетел, блядь. Ботанчик, так, погнали. Рассел, давай, не теряй контроль, блядь, над собой. А то он там начнет сейчас замесы без моего ведома вмешиваться. Girls... А чё там? Кто там? Подождите, кто достал? А, понтовые там остались, получается, да? Девчонкам пошли. Я понял, блядь, сейчас мы разберемся, нахуй. Ну чё? Это же они? Ну да. Ай, блядь, что он там рисует невидимое? Ты чё делаешь, Джонни? С какой стати ты теперь подчиняешься Гэри? Заткнись, Джимми, ты от нас ушёлся, пошло по пизде.
Один раз я тебя сделал, и другой я раз сделаю. Блять, подожди, не-не, включи тревогу, что? Яйцом тебе, блять! На нахуй, сука. Ты чё, блять? А так, чё ты скажешь, а? А вот так нахуй? А вот так нахуй? Бери, бери его! Блять, поздно. Ладно, похуй. Это, смотрите, с рогаткой стоит. Бля, Рассел, держись, блять, живи. Так, подожди, подожди. Ах ты, сука. Ах ты, сука. Ой-ой-ой, кажется, блядь, зря, не надо стрелять лучше во всех, там сейчас... Видели, что с Расселом было? Он в лестнице застрял только что. Давай-давай! И напоследок тоже за ушко тебя. То, что надо, блядь. Да все-все, заканчивай его, что ты, блядь, Рассел. Так, все, встреча с Эдгаром в здании школы, без проблем, блядь. Эдгаром. Почему Эдгаром, если Эдгаром? Ну ладно. Бля, у Рассела так-то... А он не хотел, блядь, там сожрать колу? Блядь, пацаны, подвиньтесь! Ну тут, блядь, бандит школы главный едет, ебаный рот. Погнали, погнали, погнали. Где он там? С другой стороны... А, не здесь. Давай... Блядь, Джимми, когда ты научишься, блядь, подряд прыгать здесь? Ну пиздец. Так, фух, и что тут у нас будет сейчас? Вам ханас будешь, придурком! Ну, так приятно. Так... Иди там успокой народ, нам не надо разобраться с Гэри. Точно, с Гэри же осталось. Все, понял, удачи тебе, чувак. Да, блядь, и где Гэри-то? Ты что, что у тебя в руке? Оружие только для ста... Серьезно, блядь? Отвали от моего другана! Ха-ха-ха, убежали. Сбавь обороты, Рассел тебя замочит. Так. Внимание, внимание. Джимми, полное дерьмо. Это Гэри как раз, да? Гэри, сволочь, выходи. Ой, чувствую, сейчас за месик будет там. Джеймс, я ждал этого момента. Игра начинается. Вот он, блядь. Сейчас я его картошкой захуячу, реально, блядь. Самое пиздатое оружие. Так, ну и что? За ним бегать должен, что ли, сейчас? Гэри, идиот. Зачем? Почему нет? Я победил, надул всех. Начиная с тебя, с главного, с городских ложков. И старост, я победил. Жалок ты, чувак. Я, может, и жалок, но ты в моих руках, дурак. И не забывай об этом. Ты сделал за меня всю работу, Хуёпкинс. Ты как марионетка, только тупее. Как знаешь, покончим с этим. Не самое лучшее место для сражения. Как, блядь, я буду его У меня оружия нет, если что, я попробовал. Мне кажется, он мне сейчас Если ты что-то доказал в этом году, так свою неуклюжесть, тебе ни за что меня не поймать. Ты слишком доверчивый, хуёк. Я с самого начала там был на редкость наивным. Что? Нихуя себе! Сказал я себе. Вы видали? Я сначала не понял. Осторожно, не убейся! Бля, и как. А как я буду здесь сейчас от него? Тихо, блять, а как? Блять, ты Джимми, ты долбоёб, что ли? Нахуй ты падаешь-то, блять? Бля, вот сука, он сейчас меня получит по всем заслугам, реально, блять. Мы лезем просто на самую высокую... Ёбаный насос. Так, главное не наебнуться, реально. Давай, кидай, блять. Ай, да что ты, блять, ты либо... Давай. Я тут никак не смогу увернуться от него. Блять, у меня ХП нет нихуя. Мазила ебучий, блять, сейчас бы кирпичами не попадать. Пусть Джимми развлекает, поиграть в свои детские игры с Эрнестом, Тедом, Дерби, Джонни, Эдгаром, а я подожду удобного момента и тогда замешаюсь и заберу себе свое. Ну что он там собирается, в какую сторону? Хе-хе-хе, блять, ХП только мало, вот меня напрягает, если честно. Тихо. Он сейчас получит пиздюлей, сука, да выебывает сейчас. Ёбаный в рот, что это за хуйня? Ай-яй-яй! Ай! Ай, блять, уебало чем-то, непонятно чем только. Блять, все, пизда ему. Ну какую-то хуйню читал, даже не... Вот что, если я побеждаю, ты просто шпана! Ты побеждаешь и вылетаешь еще быстрее. Может его столкнуть уже, нахуй, за драку с начальством? Зачем ты так, ты... Потому что могу, потому что когда милость типа тебя и кретины вроде местных воротил едут, едят у меня с руки, я счастлив. Я же ничего не сделал. Если бы ты мог, сделал бы. Смирись, я умнее тебя. Да, поздравляю, ты умнее меня. Ты ненавидишь всех, и это взаимно, гений. Главный любит меня, я его... Я превратил школу в поле боя. Добился исключения детей, нечестно кого-то отправлял на лечение. А он меня все равно любит, понимаешь? Ты лох махровый.
Зато моя мама не зарабатывает на жизнь лёжа. Ты труп. Воу. Что? Конечно, все замечательно, но, по-моему, сейчас мне понадобятся приемчики. Да, 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 все-все-все, нахуй, которые мне... Давай, давай, да похуй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да-да-да, ебать. Бери его, нахуй. Давай, давай-давай-давай. Да-да-да-да-да, хуярь его, прижал, нормально. Тихо-тихо-тихо, ты чё, блядь, Гэри, охуевший, что ли? Я не понял, блядь. Хуярь его, он вообще ничего не может сделать. Все, хпшки сравнялись. Вообще ноль ударов! Хорош! Хуёбкин, съебашь, ебашь, ебашь! Это форсаж! Давай, давай! Еще возьми его! Все, пизда ему, блядь! Все, и последний! Бля, охуенно, все нормально. Получил пизды, блядь. А, прям так? Смит, я все слышал, ты исключил! Развяжи меня, мальчик! Да, сэр. Фу, блядь. Извини, не заметил тебя. Знаешь, я, возможно, был к тебе несправедлив. Да, как того-то взял. Но ты молодец. Молодец. Спасибо, сэр. А теперь вынеси мусор. Ты не против, Хуёпкинс? С удовольствием. Так это ты разобрался с маленьким монстром? Ага. Герой, волк-одиночка. Ага. Нет. Честно говоря, сэр... Мне очень помогли мои друзья. Эта девочка Зои, исключенная за жалобы за приставание мистера Бертона. Бертон? Гори он в аду, я его увольняю. И паренек по имени Питер Ковальский, мой хороший друг. Не слыхал о таком. Ну да, он очень тихий, типа скромный. Скромный? Наверное, он гений. Так он должен быть главой школы. Пит? Отличная идея. Что насчет письма маме? Какого письма? Все, наконец-то улажено, более или менее. О, я не имею в виду, что жизнь не стала теперь... Все, запорол пизду, блять, уже. Пацаны! Бля, я не знаю, как так получилось, я не знал, что будет финалочка. Так, а если мы скипнем? Ебать, они прям там, ой-ой-ой, поцелуйчики, ой-ой-ой, посмотрите. Такое, блять. Все, скипнуть не могу, да? Блядь, мне просто интересно, нам же дадут какой-то фри этот самый, да, получается? Так, ладно, друзья, сейчас подожду титры, ну, как пройдут, и потом продолжу. Пацаны, тут как бы... Что? Бесконечное лето? За это бесконечное лето ты можешь завершить пропущенные задания. Короче, ребят, ну что я могу сказать? За сюжетную линию мы прошли, соответственно, основную. Это было круто, чё, я реально до сих пор не понимаю, как я пропустил эту игру, но это реально охуительная игра, то есть... Разнообразие заданий, постоянные какие-то моменты, и причём как бы... я так и не понял, честно говоря, на какой возраст рассчитана эта игра, то есть мне кажется, что в принципе тут есть, конечно, такие моменты, так скажем, ну... Там, ну... Такие, да, ну как бы в целом игра, то есть про школьников, соответственно. Короче, не знаю, ребят, ну то есть мне понравилось, реально. Мне, то есть, было даже сейчас приятно в нее играть. И я надеюсь, вам было приятно на это все смотреть, друзья. На это прохождение замечательное, на наше приключение Джимми Хуёпкинса. Соответственно, друзья, очередная игрушка пройдена, добавлена в копилочку моих, так скажем, проходников. В общем-то, спасибо всем, кто был, друзья. По традиции, как мы начинаем, если, да, проходить какую-то игру, я от вас требую, ну прошу, точнее, требовать, а не требую. Ну, раз уж на то пошло, я просто предлагаю хотя бы один урок еще пройти, потому что серийка слишком короткая, вот. Друзья, прохождение закончено, но, опять же, по поводу картингов, я помню, друзья, ну, честно говоря, не хочется затягивать. Если что, потом просто вернемся через некоторое время в игру и попробуем, я как-то, не знаю, не в прохождении, а просто по сериям, да, уже не в рамках прохождения. Так, что у нас за урок? Можно я просто сам попробую? Вот реально, мне пофиг, реально. Я просто попробую сам, ребят. Урок географии 5, последний. Вот, поэтому, ребят, надеюсь на вашу поддержку в виде лайков. Так скажем, финалочка. Следующая игра, ну, посмотрим, какая будет. Я думаю, что вы примерно... Ой, блядь. Так. Знать бы еще половину из этих стран. Ну, нет, как бы, Эквадор — это вот это. Бразилия — это вот это. Колумбия, ля-ля, Боливия,
Ля-ля-ля-ля, французская, бля. Так, подождите, стоп, Колумбия у нас где? Нет. Подождите, если так посмотреть, вот это... Это... Ага, Ямайка. Ну, где-то, может быть, тут? Тут? Не, вот это как раз французская, вот тут где-то вот это вот. Я нихуя не знаю, блядь. Блядь. Да что так... Короче, ребят, спасибо всем за просмотр. Это было круто. Это было классно. Ставьте лайк, если вам понравилось прохождение. Скоро, как вы понимаете, мы начнем проходить что-то новенькое совсем. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, друзья. И оставляйте ваши комментарии. Увидимся совсем скоро. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.